Муж решил жене сделать сюрприз на Рождество. Нарядился Дед Морозом, звонит в дверь, открывает жена. Он с порога: «Ну, иди сюда ко мне, моя хорошенькая!» Она в шоке, он ее тащит в спальню, на кровать швыряет, стаскивает с нее всю одежду. Он с себя снимает халат, бороду срывает. Она: «Это ты, дорогой!» На Рождество девушки любят гадать с помощью кирзача. На кого упадет брошенный через забор сапог, тот и суженый, если, конечно, выживет. Жена мужу говорит: «Дорогой, а что ты мне подаришь на Рождество?» «Ну как что? На следующий год я тебе подарю золотые хорошие сережки, а в этом году две дырочки для них». Дорогие мои подписчики и зрители моего канала, хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать вам счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы вас всегда окружали любящие вас родные. Всем пока-пока!